малоизвестной реке. Сегодня 20 марта. Вот такая речка, спуск. Так, еле добрались на двух машинах. Паджерик, рюкзак. Жерлички стоят, приехали вчера вечером. Клевало слабо. Вот, поймали пару щук вечером. Сегодня с утра более-менее движение было. Еще наловили. Тут банька, мужики вон парятся. Палаточка и баня. Вот то, что наловили сегодня. Сварили ушицы. Там еще два мешка уложили, алмаз. Да ладно, их не будем показывать. Не показывай там два мешка, экземпляры, сам же знаешь, как по 3 метра. С утра клевало неплохо. Часов до 12 где-то. Потом ветер поменялся, начал быть в обратку. И вообще клев как обрубило. За последние 3 часа поймали одну щуку. Видео. Е-мое. Вообще шортанчик. Ёлки. Базар жахну. Видео отсюда. Дорога домой. Шолак. Наурыз. Куда я был, сэр? Немножко заморались. Совсем чуть-чуть. Едем на Колдине. Хотим домой. Прям по-серьезному хотим. Праздник все-таки. Джипы накатали колею. Им-то проще. Интереснее будет, по идее, на грейдере. Сейчас еще грейдер будет, да. Там вообще же херово. Там будет о чем поговорить. Вот, до Уркендео доехали уже. Ну что, господа, заключительное видео. Вот они, наши 33 щучки, 33 богатыря. С ними вот дядька Черномор на 3800. Вот окунь такой, полкилограммовый. Погода вообще волшебная. Все, собрались, время 4, начало 5. Костик вон дособирается уже. Ну здорово, здорово. Отлично. Клевало хорошо, поклевок было много, сходы тоже. Штук, наверное, 10 сходов точно было. А так клево. Че ты, Константин? Помаши пацанам ручкой. Ура, ура! Всех с праздником! На льду вся ушла. Вчера тут плавать было, блядь, сегодня все, воды нету. Смотри, вчера вода тут на льду стояла 20 сантиметров, а сегодня тишина. Отлично все. Вот такая песня, ребят, на Сабундах. Лед уже вздулся. Трещина по речке пошла уже. По берегам вода. Сейчас видно будет, какая глубина. Здесь опасно уже рыбать.
ранний выезд. Потом уже только на открытый. Вот тут мы сидим. Давай, баловек. Вот, с баловеком ловим карпов. О. Хороший, бля. Раскуем потихонечку. Потихонечку. Баловек потихоньку. Вот она. А. Вот она. О, Амур. Сейчас. О, баловека. Вот она, красавица. Все, закончила, подошла к концу наша рыбалка. Вот, сегодня закончился наш день. Вот, сегодня два экземпляра нормальных. Вот одна, полторушка. Вторая, тоже полторушка. Здорово, вот, вон там, они матерились. Вот первая, вот это первая мелкая взяла на балансир сразу. Не отпустили, потому что кровь. Видео на канале YouTube посмотрите. Она заглотила, чтобы вы в группе не писали всякую фигню, что я браконьер. Вот щуки. Ого, вот это еще живая, хорошая. Ну вот, одного окуня утром поймал тоже. Дожидались, чтобы брали за год, потому что было два схода очень досадных большой щуки. Вот, а вышло, что мало. Вот, итог. Всего поймали раз, два, три, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять щук и одну отпустили маленькую. Видео на YouTube канале будет видно. И живцов наловили. Завтра буду опять снимать. Погода, погода, сказала, заедь, налови людей. Одни. Больше смелых никого. Так, сегодня 29 марта. Рыбачим на 14 насосной, Карагандинская область. Вот сегодняшний улов. 9 судачков, 3 щучки. Один попался. Прямо отлично. На 4 килограмма. Ночью вообще не клевал, потому что канал качали. Ну, как-то вот так вот. Всем привет! Вот что мы сегодня наловили. Акмолинская область, Шартендинский район, озеро Красное. 3 апреля. Хочу заснять для обзора, для канала 3G Kaiser. Григорий, привет! Вот такой наш сегодняшний улов. Всем привет! Сегодня 6 апреля. На канале Сатпаева. Вот на рыбалке. Погода нормальная. И вот то, что мы наловили. Щуки. Окушки, плотвички. Так вот. С вами был Ерки Булан и его друзья. Всем привет, рыбакам. Озеро Шалак. Пятница.
то, что наловил. Вот здесь, видите? Андрей, что ты отвернулся? О, хоть лицо твое увидеть. На видео, Маша. Давай. Апреля 2018 год, Вячеславка. Вот это что? Вячеславка. 8 7-килограммовый. Вот это вот ночной вот. Ночью. Вот это ночью судачок. Последний лед. Дэнчик, давай, делай вещи. Сабунды слева от шлюзов. 5-я. Лед уже трескается. Здорово, браконьерам. Ну да, еще можно, 5-е число. Я просто по количеству рыбы смотрю, куда тебе столько. Давай-ка делись-ка. А лед сколько, Сань? А лед-то совсем херня. Нет, там еще один двойной. Ребята, начался дележ рыбы, короче. Человек с собой не совладал, короче, решил забрать все. Денис, тебе обидно, да? Нет. Я в шоке. Александр Сергеевич, ну оставьте пару рыбок нам, можно? Да. Смотри, мелкие-мелкие. Вон там. Вон там. Вот пыло. Мастовый. А вот, кстати, сейчас пакеты пригодится, надо натянуть его в этот край. Натянется? Дай сюда. Ладно, дай. У братишки произошла поклевка судака. Он его к лунке подтащил с третьего раза. 150-ю лунку голову мы завели. Больше ничего не проходит. Разбурили уже печней. Раздалбываем. Ну, пока не идет. Ну, по ощущениям. Монстр там не слабый. Пошел? Нет. О, папа. Пошел. По-другому там в лунке ничего не видно было, за что забагрили, поэтому ну как получилось, так получилось. Сегодня у нас какое, 5 апреля? Да, 5 апреля. Мы приехали на свое любимое место. Ну вот как-то так рыбалка началась. Всем привет. Да. Так, друзья, сегодня 6 апреля. Завершили мы свой зимний сезон в этом году, 2018. Теперь будем уже настраиваться на весенний, летний. Да. Сегодняшний улов у нас вот такой вот. 14 судаков. Да. Обалденный судак. Вот такой вот у нас судак. 2,5 килограмма. Мушечки 1,5 килограмма. В общем, вот такая вот рыбалка была. Изумительная, обалденная рыбалка. Я просто в восторге. Счастье. Там у нас батарея на крыше. Вот такой сегодня у нас был судачок. Обалденный судачок. 14 штук, весь крупный почти, мелких мало вообще. Вот один. Здравствуйте, уважаемые наши подписчики. Всем привет. Смотрите, что творится на моей балыке. Всем привет. Да. Я нашел место. Вот. Все сидят вдоль трещины и все ловят карася. Все тихушничают.
Привет передайте подписчикам. Обязательно. Вот так вот. Сидят, ловят. Вот такие вот дела. Вообще сидят. Некоторые сидят просто, да. Вот так. Потом куда отправите? Да куда-нибудь отправим. Подписчикам привет передайте. Вот так вот все сидят, ловят. Вот так, мой балык. Выходной день. Суббота. Вон там сколько машин стоит. Там толпа сидит. Вот такие дела. Но поздно случаем хочу передать привет своим друзьям. Вот такая рыбалка, короче. Это арык. В трещине. Нет, это просто арык такой. Арык. Вот, между двумя улицами. Клевый арык. Да. Рыбачим. Не будем рассказывать, где это происходит. Ну, мы уже сказали, майбалык. А, уже сказали? Конечно. Так что приезжайте, рыбачьте. И будет у вас все клево. Вот, короче, мужики. Вот отсюда, да? Если на рыбалку собираетесь, будьте осторожны, короче. Сегодня 24 марта. Поехали с утра на рыбалку. У озера Зайсан. И результат, короче. Порыбачили на 300 штук. Вот. Ребята, короче. Вот парни сегодня поймали. На белый джик. А, на белый. На белую силиконку. Ну, типа такой, только двуххвостый. Извиняюсь за маты, конечно. На этом поймали. Вот здесь ориентир. Вот этот столб стоит, вот эта беседка. Раз, два, три, четвертый столб. Вот проходились мы так вдоль Еселя с Алькеном. И видим, какой экземпляр судака. Судака хорошенький. А? Килограмма на полтора. А может быть даже и два. Потому что ну, два вряд ли. Полтора. Полтора точно есть. Вот мы находимся здесь все рядом. Зашел он на мелководье погреться. Да, смотри какой хорошенький. Вот так вот. Так что знаете, рыбаки. Что надо смотри делать? Какая. Вот так вот мы вытащили судака. Он выжил погреться. Какой судачок, смотри. А? Вот он судак. Вот вот отсюда мы его. Где наша удочка? Вон палка. Вот она, вот палка. Вот этой палкой мы и собственно его хоба. И поймали, смотри все. Какой экземпляр. Хорошенький судачок. О! Слушай, на две семьи хватит. По-любому. Смотри, килограмм сколько? Два есть точно, больше. Два даже. Точно есть, да? Больше двух. Шикардос. Живой же? Он просто после зимы устал. Ну и живой он. Живой, да. Все, классно. Все? Будет рыба сегодня. Все. Открытие сезона 2018. Бл***, вчера, бл***, песни орали, с ружей стреляли, блядь. Вот итог. Всех посылали. Паджеро. Сгорел.